have ways of blowing things up. Thank you.
Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и уже, наверное, по некой недавно образовавшейся традиции вы только что смотрели маленькую нарезочку секретов, которые я бегал, открывал. Честно говоря, много часов на это ушло, и поэтому все это оказалось за кадром, потому что в серии это было бы скучно. Возможно, вы там заметили, сколько я всего перекопал, переделал. Сейчас я краткий экскурс проведу. Во-первых, в Ливневом островке у нас... Нет, не в Ливневом островке, в реке Забвения, вот тут, где фонтан и где кристалл. Вот эта вот маленькая дверка, которая столько времени была закрыта, я все думал, как же она открывается. Ну как, напротив фонтана тупо есть кнопка. Кнопка, Карл, огромная на всю стенку, я просто ее ни разу не видел. Да, это было нормально. Клады пообыскивали. Фишка с порталами телепортации на маленький островок. Вот здесь, где кнопка «Опасность», где вылетали насекомые. Это я нашел абсолютно случайно. Просто решил, а что будет, типа, если я брошу камень, сработает или не сработает? Оказывается, срабатывает. Но там открывается еще и второй портал, куда можно успеть. Когда мы просто пытались добежать, мы этого не успевали. Самый... Клад, который меня взбесил, вот есть переход между кладбищем и Ливневым островком, и вот эта вот записка, которая типа три шага на запад и четыре на юг от входа на кладбище. В общем, вот эти две записки совместить, слова в них комбинируются. Берешь слово отсюда, слово оттуда. Там, где крестики, ты просто берешь слова из этой записки. В общем, я понял, что три шага на юг и четыре шага на запад от входа в кладбище. Вот локация кладбища. Вот эту вот часть я перекопал абсолютно всю, потому что, ну, как по мне, так вход на кладбище находится на Ливневом островке. Вот здесь вот. Я тут перекопал вообще все, психанул. Потратил на это, наверное, два дня игрового времени, перекапывая там каждый миллиметр. Потом плюнул, пошел копать здесь. Тут все, кучу всего перекопал. И только потом я подумал, что, ну, собственно, это локация кладбища. А ворота на кладбище находятся вот здесь. И от них, смотрите, раз, два... Блин, вы мышку не видите. В общем, видите ворота от кладбища, отсчитайте от них. Вот стоя на клетке перед ними, отсчитайте от них три клетки налево, получится раз, два, три. И четыре клетки вниз. Раз, два, три, четыре. И вот он, этот чертов сундук. Ну, короче, смотри, в чем фишка. Подсказка про кладбище, она дала нам... Так, нам надо пожрать что-то. Пожрать у меня есть, просто оно все спрятано. Погодите, я не ходил, не выкидывал никакие вещи еще. Потом мы это обязательно все сделаем. Да, уровень еще не прокачал, я еще думаю, что я буду качать. Так вот, дало нам вот эту штуку. Замедление периода ожидания. Это очень крутая штука, потому что я так понимаю, что это замедляет любые загадки, на которых есть время ожидания, что ли. Но мне гораздо больше интересно. Мы сейчас, кстати, находимся в пирамиде, и в пирамиде у нас есть еще несколько секретов. Во-первых, пока я... ходил, вот, четыре гробницы, где мы, типа, ложили посох и ложили нож. В гробнице я нашел эту кнопочку. Давайте ее вместе откроем. А, хорошо. Да, это секрет. Да, здесь ключики, и здесь... блин, надо было сложить вещи. Зачем я так... тупанул-то. Ну хорошо, вот еще один амулет в коллекцию. Сила воли 2, стойкость к молнии 50. Это еще один элементальный амулет. Так. Ну, это я просто заметил, хотел открыть. На самом деле я сюда пришел по другой причине. Вот, это находится на этом же этаже. Мы сейчас с вами пройдем, я хочу вам показать кое-что. Меня очень сильно смутило еще тогда... вот где же ты находишься, вот тут оно находится. Вот эта вот плита. Явно она должна открываться. Но тут у нас стояла змея, и эта плита у нас никак не открывалась. Я тут носом обшарил все стенки, повтыкал, повытыкивал факел. И что только не делал, она не открывается. У меня есть один вариант.
каким образом мы можем ее открыть. Если мы сейчас здесь... Где оно у нас там было? Свет включись. Сюрикинчик сюда. Эти две кнопки реагируют на плиты. Ну, плиты реагируют на эти две кнопки. А вдруг и та плита сейчас тоже среагирует на эти кнопки. Это единственный вариант, который мне остался. Если он не сработает, то мы сейчас просто... Мы не пойдем дальше. Он сработал. Ладно, поехали вниз. Я на кого-то приземлился успешно. Золотой ключик. Всегда спасибо. От такого я не откажусь. Там, так сказать, по звуку, как мумия ходит, но так и есть. Еще один очень интересный уголок. Где мы вообще оказались? Что за портал? Не, погодите, пока в портал их ходить не буду. А, это вон тот рычаг, который мы открыли, который тут открыл у нас стену. Я его вспомнил. Значит, получается, нам сейчас сюда и тут, да, у нас продолжение секрета. Супер. Это многоходовочка. Дверь. Кнопки. Кстати, да, ребят, секретка, которая у нас была на этом, на Ливневом острове. Ливневый остров, да, ладно, с подземной лесенкой. Я эту кнопку заметил вообще абсолютно случайно, но я ее заметил только потому, что у нас вот здесь, на реке Забвения, помните место с, где оно у нас было? Блин, а где оно у нас было? Это же тут? Короче, место с кучей шипов, по которым, ну, мимо которых нужно... Да, вот тут оно было, вот здесь, видите? Как раз в центре экрана оно сейчас. Место с кучей шипов, которое нужно было пробежать. Там, видите, сундучок? Там была секретная кнопка. И такую секретную кнопку я увидел вообще впервые. Не спрашивайте, сколько времени у меня ушло, чтобы побегать по этим шипам и чтобы при этом живым остаться. Просто забейте. Вот, да, так. Сыр. Кушай. Но я нашел там все-таки секрет. И потом на Ливневом островке я обнаружил вот эту кнопку, которая ведет в подводный схрон. Только благодаря тому, что я эту кнопку видел уже в шипах. Два раза за всю игру эта кнопка мне встретилась. Вообще кошмар. И да, я думаю, вы заметили вот эту вот рогатину, с которой я появился там. Я ее специально засветил, как я дерусь под водой. Это единственное оружие, насколько я понял, с которым можно драться под водой. Ну и, как вы понимаете, подводных жителей у нас уже живых не осталось. Здрасте. Привет. Ты же понимаешь, что тебе хана. Чё за зелька? Хилка просто? Да, маленькая хилочка. Так. Отстань от меня. Надо что-то похавать. Чё ж я не прибрался-то в инвентаре? Ну ладно. Я вообще собирался сейчас сходить сюда. Здесь. О, привет. Пошариться по секреткам. Почему я вернулся именно сюда? Во-первых, вот эта секретка мне немножечко не давала покоя. Хотел прийти проверить. Опа, здравствуйте. Противоядие. Я постоянно путаюсь. Не обращайте внимания. Ключики. Тоже здорово. Книжечка. Книжечка у нас... Книга воздуха. Стойкость к шоку 20. Статус к шоку 30, 14, 11, 41. Ну, давайте нашему бычку Минотавру отдадим, потому что у него, типа, самый маленький резист. Сделаем вот так. Я уже жду, пока на него этот уровень качнется, наконец-то. Погодите, а тут еще можно пройти? А, отсюда просто, наверное, скелет вышел. Но выглядит, как будто все.
И отсюда скелет вышел. Да, хорошо. Теперь моя душа более спокойна. Я чувствую, что можно возвращаться. Пара-па-пара-па-пам. А теперь возвращаться нужно аж в туда. Неплохо закрутили. Реально, с двойным дном подвал. Хорошо. А, вот нас как раз к этому месту и портнуло. Хочу. А. Мне по-любому придется сюрикены забирать. А, минуточку. Мне же нужно будет... Ай. Сейчас. Так, да, тут система. Так. Запутано, но в принципе несложно. Теперь вот так. Черт с теми сюрикенами, сурикатами и со всем остальным. Ладно, суперски. Теперь, куда мы дуем? Я хочу... Где это было? Сейчас. Да вроде тут все. Больше я тут ничего не хотел сделать. Хотел я пойти на третий этаж. Да, тут каждый раз после этого, после прохождения в другую сторону двери закрываются. Поэтому придется их пробежать. Вот пока я нахожусь здесь, двери уже не закроются, все. Достал я этот браслет из откопанного сундука, но знаете, в чем прикол? Все это валялось, где оно тут было наверху. Вот, мне кажется, с вот этим секретом связано, потому что нашли мы подсказку вторую вот здесь. И здесь лежит вот этот гробик. И у меня очень большие подозрения, что если этот браслет положу сюда... Слышите, да? Погодите. Я положил браслет, и тут начало что-то шипеть, или... Я раньше видел. Что-то я не пойму, это сработало что-то или не сработало? Там вроде еще кто-то летает. Ай, блин. Еще кто-то летает. Но откуда они тут появились? Я без понятия. Может, это просто доспаун был какой-то, или же... Тут реально что-то произошло. Ладно. Похоже, я что-то перемудрил, потому что я был практически уверен, что положив этот браслет на место, он мне откроет что-то. Ведь тут лежит этот гробница лежит, и записку мы нашли здесь. Я же говорю, серьезно, я был практически уверен, что это обязательно нужно принести сюда. Тогда в этой жизни все у нас будет хорошо. Видимо, нет. Забираем обратно. И раз уж мы шаримся по кладам, так, это я тогда выкопал. Я его оставлю здесь, я не думаю, что эти записки мне еще пригодятся. Там, где невозможно укрыться от солнечного света, стоит самое одинокое дерево в мире. Вот эта записка. Я что-то долго думал, что же оно и где оно и почему оно. А потом до меня вдруг дошло, что...
Но это же, наверное, пустыня. Блин, это мне придется опять сейчас... кнопочку. Там опять, кстати, что-то ходит. Блин, откуда вы тут соберетесь? Нет, я, конечно, не просил экспы. А вот, кстати, и уровень, который мне нужен. Хорошо. Идем сюда. Нам тут, по сути, нужно просто в портал в пустыню. А, я еще что хотел сделать. Здесь у нас летали фаерболы. Я хотел запустить... А, ну не... Просто здесь же мы нашли, по-моему, свиток тьмы. Я хотел запустить... тьму, чтобы она тут летала. Может, опять же, ее надо две. Или три. Ай, оно по мне попало. Ладно, значит, нет. Значит, я ошибался. Ай. Ай. Ну, нет так нет. Я хотел просто проверить, насколько оно все... Тут никого больше нет. Насколько оно будет работать. Хорошо. Одинокое дерево. Это не вот это оно случайно? Или же... Сейчас, ребят, секундочку. На карте... На карте его не обозначено. Значит, нужно физически походить, посмотреть. А, так. Ты у нас. Тебя вели заблуждение. Все отнюдь не, та, не на стыке четырех сторон. 6. Самое могущественное число. Кстати, да, ребят, насчет этой вещи. Дайте я здесь остановлю запись, чтобы потом не забыть, куда вставить этот момент. Так вот, 6. И тут мне немножечко проспойлерили, но не люди, а сама игра. Потому что в ачивках у нас есть вот такая ачивка. Я ее сейчас вставлю сюда. Я думаю, вы понимаете, на что она указывает. Поэтому... Мы это обязательно протестим. Чуть... О, стоп, дерево. Как там было? Там, где невозможно укрыться от солнца, здесь подходит. Стоит самое одинокое в мире дерево, отсутствующая ветвь. Укажет верное направление. Иди в ту сторону, никуда не сворачивай. Отсутствующая ветвь — это дупло или... Допустим, возможно, это здесь. А почему яма не появляется? О, патроны забыл. Почему яма не появляется? Хорошо, давайте тогда попробуем. То есть, есть ветка туда, есть ветка сюда. Но мне кажется, что дупло имеется в виду под отсутствующей веткой. Иди прямо, никуда не сворачивай. Имеется в виду, пока я не упрусь, что ли? Ну вот, я уперся. То есть шаг назад. Ха! Да, это работает. Окей. У-у-у, а тут что-то вкусное лежит. Это я заберу. Это я, пожалуй, тоже заберу. Вы удивитесь, но это я тоже заберу. А вот это вот... Это же оно было? Там, где невозможно... Да-да-да, все, это оставляем здесь. Что-то у меня появилась такая привычка. Записку нашел, ну, типа, клад нашел из записки, все, оставляешь. Итак, энергия 20, абсолютная стойкость 10, требует концентрации 2. Энергия 20. Энергия 25. Но тут у нас абсолютная стойкость 10. Ну, давайте оденем. Я что, я же не против. Сделаем вот так вот. Чтобы у нас энергии не падало, когда мы бомбами кидаемся. Получается, у нас 461 энергии, а так 4... А, ну да, потому что я этот посох же еще ношу. Энергия 25, живучесть 2.
Мы тут добавим себе абсолютную стойкость. Если нас будут элементальными атаками фигарить, то у нас, смотрите, к яду 100%, он просто в принципе никогда не отравится. К огню практически 97%, к холоду 79%, и только к шоку немножечко, но ладно. И еще вот эта штука. Путь восхождения ведет через пятый храм. Так вот, пятый храм, это нам уже понятно, потому что мы собираем на него камушки А6, то, что нам сказала голова. Я думаю, тоже вы уже понимаете, что это и как это. По сути, это единственный шестиугольник, который мы сейчас наблюдаем на экране. Если мы сделаем вот так, я этого еще ни разу не делал, но мне кажется, что результат будет как раз нужным. Нет? Или это просто не отсюда? Короче, не знаю, как это работает, попробуем позже. По крайней мере, у нас есть намек, что и куда. Ладно, ребятушки, еще одну вещь я хочу сейчас сделать. Тут у нас под водой был устроен полнейший геноцид. Больше в деревне никто не живет. Вход в пирамиду. Тут я немножечко косплеил марсианина, перекопал кучу картошки. Я не знаю, я же говорю, просто психанул, не обращайте внимания. Сейчас мы с вами сходим в одно интересное местечко. Я вам расскажу тоже, почему мы туда попали. Во-первых, я пойду в хаб, сложу все вещи, а потом, когда придем на место, увидимся уже там. Да, кстати, мы еще не там, но я хотел вам рассказать про древний Климор. Еще одна вещь из пирамиды. Я полностью прошел эту загадку, самое интересное. Она находится вот здесь, как раз то самое место, которое меня так сильно мучило. Потом, помните, я прошел в портал, меня телепортнуло в комнату с этими горгонами и всякое такое. Я такой, стоп, а где секрет? Это что, тупо комната с лутом была? Я просто ушел оттуда, а тут есть соседняя комната, в которой просто на пьедестале лежал меч. Я прошел загадку, но не взял меч, я туда вернулся чисто, чтобы это. Поэтому вот он, древний клеймор, 27 на 60, 22 на 67, тяжелое оружие двуручное, но, к сожалению, оно мне уже не подходит по... Ну, то есть топор лучше 27 на 82. Я, кстати, что хотел сделать? Я хотел крит добавить и принять. И теперь, так, требует... Она требует больше энергии, чем у меня есть. Вы что, издеваетесь? Прокачал. Почему вы мне сразу цену в энергии не высветили, чтобы я... Ой, ладно, так. Магический шарик. Ну, опять же, вы видели ракочущая сфера. Но энергии 15. Она мне как-то уже не по возрасту. Вот этот меч я сюда положу. Штанцы просто валялись в ящике на дне озера. Ящик подобрал. Штанцы бальзамировщика подобрал. Медвежьи рукавицы подобрал в ящике, который за шипами, про который я вам рассказывал тоже. Это все, оно сейчас на игру уже абсолютнейше никак не влияет, потому что разве что вот шлем, капюшон этого я подобрал, я его одел, потому что он дает ловкость. За счет этого мне пришло, у меня упала сила на 4, этот шлем давал 4 силы. Мне пришлось сделать зельку силы, чтобы он смог таскать все остальное. Кстати, наши бойцы тоже выпили по 2 или по 3 зельки силы. Я им приготовил. Так, зеркальный этот тоже сюда. Зеркальный сет, по-моему, мне кажется, мы собрали весь. А если не весь, то очень к нему близко. Так, пульки тоже сюда. Все, ребят, вернемся к прежнему плану. Итак, ребятушки, мы здесь. Да, мы в кристальных пещерах. И мне стало, ну, не то чтобы обидно, мой чертов перфекционизм заставил меня сюда вернуться, потому что я собрал полный сет метеоритных доспехов. У меня даже и щит есть, и даже оружие к нему есть, просто что они мне сейчас уже не подходят. А так я их с удовольствием, типа, собрал, потому что это было интересно. Но у меня нету чертовых штанов кристальных, потому что у меня есть щит, полный сет кристального доспеха. Кстати, мне интересно, какое кристальное оружие есть, если оно вообще существует. Мне вдруг сейчас это вот стало интересно. Ну, пофиг, насчет оружия я не уверен, есть ли оно или нет, но то, что сет одежки существует, я уверен. И кристальные пещеры, кристальный сет, почему я вообще здесь? Почему-то мы с вами привыкли, что можно спуститься в любую дырку, но вот насчет этих обрывов, я просто один раз попробовал спуститься на нижний уровень, но больше ничего не экспериментировал. Как бы вон то место, оно находится под нами. Вот этот островок, на который я никак не могу попасть. Я пытался на уровень ниже,
Я ходил туда, пытался понять, как же, блин, черт побери, мне туда попасть. Я пришел к одному простому выводу. На тот островок никак нельзя попасть, туда можно исключительно спуститься. Давайте пробовать, если что, я сохранюсь сейчас. Так. А? Не так, значит, погодите. Пробуем отсюда. Ну, тут есть два выступа. Да! Это здесь. Это как раз здесь. Отмычку мы положим. И штаны, наконец-то. Фух. Если вдруг кто не знал, чтобы сработала ачивка на получение полного сета, нужно его весь одеть. Если чё. То есть вот у тебя есть весь сет метеоритный. Вот, но у меня щит и булава лежат в хранилище. Хотя у меня есть весь этот сет, пока я его весь целиком на себя не одену, ачивка не сработает. Кстати, отсюда больше выхода и нету. Можно идти дальше. Паучков пойдем попьем. Я не против. Я слышу. О! А вот мои арбалетные стрелы нашли, которые я искал. Да лопни ты уже. Я же говорил, что я где-то тут посеял арбалетные стрелы. Нашлись. Я вот думал, что мне с крысюком делать. Хочу ли я ему качать огнестрел? Не хочу. Нет, наверное, уже не буду. 5 я ему все равно не выкачаю. Хотя это очень обидно, да? Сделаю-ка я ему еще точности. Я поэтому столько времени тянул с прокачкой этого левела. Вот. Кстати, монстрики время от времени у нас спавнятся, поэтому не брезгуйте ходить по второму кругу. Можно очень много экспы собрать. Не то, чтобы прям фармить, нет, я бы так не сказал. Но, да, нам сюда. Но экспы можно получить довольно много. Хорошо, получается, нам сейчас на островок. Не на островок. А нам сейчас... Сейчас я вспомню, где это находится. В реку за... Да, в реке Забвения у нас находится храм. Мрачные топи. Мрачные топи. Ну, получается, что через мрачные топи нам будет ближе всего. Так. Берег. Кстати, а там что-то обновилось? Нет? Нет, эта локация, по-моему, уже полностью отстреляна. Так, Старомбрическое прибрежье, это откуда я пришел. Ох, блин, тут добра валяется, кладбище нет, спасибо, я там уже был. Мрачные топи, да, поехали. И как мне отсюда, вспомнил, как мне отсюда добираться. Отсюда... Ой, там еще что-то летает. Жабки не завелись тут? У жабок очень вкусные, сытные языки. Стой, ты только что тут пролетела? Ты где? Фигня, вернись. Хочу тебя убить. Заклинание такое есть. Называется «Фигня, вернись», и она возвращается. Пользуйтесь на здоровье. Хорошо. То есть что-то чуть-чуть у нас тут отреспавнивается, но понемножечку есть. Если бы я даже пошел бы сейчас, по-моему, в подземелье, там было бы парочка грибов, мне кажется. Смотрите, вот эта вот чертова огромная кнопка на стене. Я просто постоянно мимо нее прохожу, но я ее никогда не замечал. Открывает нам вот эту вот дверь, если что. Ну, блин, это просто эпик фейл, как я раньше-то не видел. Все, дуем потихонечку в храм. Тут у нас... Ой, тут кто-то живет.
У нас опять крысы завелись, да? Промазал. Блин. Отвянь от меня. Лети сюда. Ой, блин, их там двое. Я бы поубивал, на самом деле, чтобы они мне потом не мешали. Хотя прям, наверное, специально гоняться я за ними не хочу. Тут еще один раз отспавнивался этот дерьмодемон. Ну, воздушный элементаль. Кстати, знаете что? Вот что! Я здесь черепах не убивал. Ой, с них мясо сыпется. Ой, как хорошо. Вот эта вот загадка с шипами. Там вот в конце есть, собственно... Ой, оно в скалу залетело. Попал. Экспа лишним никогда не бывает, поэтому я не считаю зазорным походить немножечко подраться. Ударь! Я обычно бегал, просто воздуха набирал, потому что получать урон от нехватки воздуха, ну оно такое себе. Вот еще где можно просто кучу еды собрать. Если есть это копье, вот этих черепах побить. Да, нам сюда уже не надо. Тут их еще парочка плавает. Это уже не сколько экспа, а именно за хавчиком побегать. Черепашье мясо довольно сытное. Где там? Вот тут еще есть лестница. То есть нам дают способ не то чтобы дышать под водой, но по крайней мере поквитаться с этими уродами за то, что они столько времени не мешали. Берешь такой, подходишь и вилкой в задницу. Так, воздух. Ныряем. Подплывай ближе, чтобы я не бегал за тобой. Я не помню, сколько тут было черепах. Я уверен, там дальше еще есть. Ну ладно, может... А, ну вот, есть, да, дальше. Вот, сколько их тут было? 4-5 вроде как. Прям за всеми я сейчас гоняться не буду. Тратить на это время тоже не буду. Так, еду соберу с них. И норм будет. Потому что разок отдохнуть, восстановиться, оно не проблема. Например, вот так. Блин, а мы в ночь туда пойдем, да? Ну, хорошо. Это тоже нормально. Вот ты черепашку можешь покушать. Тебе не надо. Ну, хотя, что не надо? Пусть тоже съест человек. Чё голодными ходить, если есть что покушать? Главное правило. Итак, нам вон туда. Блин, жалко, этот мост разрушен. Я бы по нему сейчас эпично прошел бы, поставил бы последний элемент. Ну хорошо. Водрузим его сейчас. Я надеюсь, что они правильно стоят. Тут вон лепестки, вроде земля. Это похоже на огонь. Это похоже... воздух, ну пусть тогда это будет вода. А чё не так-то? А, все так. Просто подойти надо было. Ой, блин, страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое. Я хочу тут проверить. Нет, это не работает. Тогда странно. Хорошо. Я даже предположить не мог, что ты доберешься так далеко. Что ж, мой священный долг
приветствовать гостей в моем скромном жилище. Компас. Проклятый компас. Смотрите, он показывает другое направление. Может, теперь? Нет. Короче, не знаю, как когда это будет работать. Ну, просто, судя по ачивке, это вот это заклинание. Но как это сделать, я не знаю. Может быть, в ачивке, наоборот, подставка. Подстава, типа, чтобы... Ага, попался. Там сундук наверху. Нам об этом прямым текстом говорят. Чувак, наверху сундук. Как его получить? Положить сюда обычный компас? Нет. Так. Сверху обычный, снизу проклятый. Почему они показывают разные направления? Зончик здесь, конечно, стремноватенький. Ну, допустим. Кнопочки. Ну, понимаете, когда ищешь секреты, геймплей вот такой вот. Поэтому прям все записывать, все поиски секретов, оно... Вы бы блеванули там, по-моему, через полчаса, если бы я начал так делать. Поэтому я думаю, что вы понимаете, почему часть поиска секрета остается за кадром. В любом случае, нового от вас ничего не уходит. Но дальше я не прохожу, я хожу по старым территориям. Пятый элемент. Вся материя состоит из элементов четырех основных стихий. Огня, земли, воды... и воздуха. Огонь противоположен воде, воздух и земле. Но без связующего пятого элемента может существовать лишь тьма, ведь материя распадается из-за взаимной нейтрализации четырех элементов. Мы называем пятый элемент балансиром. Балансир. Хотя правильно было бы именовать его разрушителем баланса. Миф о сотворении. На протяжении вечности основные элементы стихии находились в равновесии, была лишь тьма, но однажды явились духи и произнесли заклинание сотворения. Тогда же был создан пятый элемент, из-за чего равновесие стихии было нарушено, большой взрыв породил вселенную, духи покинули наш мир, но слова заклинания сотворения сохранились по сей день. Если они будут забыты, мир вернется в исходное состояние небытия. Посему это заклинание навеки оставлено храниться в Нексусе. Кнопочка. Надписи только две, и только на тех стенах. Почему? Ключ. Очень странно, что я... Ну, что странного? Значит, я, видимо, где-то ошибся. Кстати, я поменял амулетик. 15 здоровья, 15 энергии на 50 энергии. Здоровье вообще стало 99, что страшно. Но я надеюсь, что мы как-то выживем. Посмотрим. Может быть, я там чуть дальше покрафчу немножечко. Ну, тут есть лесенка. Слышите? Стена отодвигается. Это надо успеть. А где у меня там зелька скорости была? Защита. Пробуем. Итак. Мы не успели, буквально капелечку.
одну. Если б я... Все, я понял. Успел. Так, черепушку забираем. На, иди сюда. Метательные топорики. Не, ну я заберу. Чё, вес есть. Ядра. Томик. Кладезь знаний. Тупо еще одно очко. Офигеть. Я дурак, как я так мог? 3 уровня я могу себе вкачать сейчас. Кстати, да, я нашел еще в одном сундучке на кладбище лунный обряд. Очень странная штука, я не помню, говорил об этом, не говорил. Там было, что невозможно видеть. Вот. Вот эта записка там была и вот эта книжечка. Согласно моей последней воле, здесь находятся самые ценные сбережения, которые были завершены... Сбережения, которые были завершены мною... завещены мною тому, кто разгадает мою последнюю загадку. Джакон Ребус. Я этого еще не делал. Надо будет потом... А как отсюда? А... выйти. Я тут все собрал или все? А копать тут нельзя? Нет, тут копать невозможно. Просто тут может быть загадка в загадке. Я не хочу потом опять бегать. Ну да пофиг, ладно. Хорош, хорош, это было интересно. Пойдем дальше. Тут мне предлагают спуститься вниз. Там тоже вода, наверное, будет. Хотя... вроде не вода. Вот вам и это, думаешь, такое финальное место какое-то. Ну, я так предполагаю, что оно какое-то важное, если не финальное даже. Тут не будет никаких загадок, фиг там. Вон сундук висячий, вон... Нет, ну ясно. А, это вода. А почему я здесь? Хм. Секунду. Причем лестницы 2. Рассчитано, чтобы я мог вдохнуть. Черт. В темноте я точно ничего не увижу. Посмотрим сначала по внутренним стенкам. Теперь по внешним. Это очень странно. Что тут и от нас ничего не спрятали. Ну хорошо. Пойдем дальше. Интересно, что в том сундуке сверху. Туда же как-то можно попасть. Может, опять же, как-то спуститься? Кстати, насчет спуститься. Если тут будут секретные книжки, то я просто чеканусь нафиг. Вы чё?
это все перекладывать. Вы чё? Кстати, теперь я думаю, что наш хаб находится здесь, в замке. Возможно, мы сейчас даже к нему как-то и выйдем. Просто бутылочка. Просто не бывает. Ха-ха. Никаких клацаний нету. Ладно. О, да. Здравствуйте, лабиринты. Подле одиночных колонн, да не остановит тебя усталость. Одиночные колонны. Зелье воскрешения. Очень оптимистично. Ладно, у них 4. Плюс кристаллы переносные, которыми я не пользовался все это время. Вот эти стопки книг, они выглядят очень подозрительно. Смотрите, ну, они очень выделяются просто. Одиночные колонны. Слышали? Два. Два В или два пять. Стойте, я это хочу сфоткать. Я думаю, это шифр для... Там дальше не... А. Два. Больше не появляется. Только вот это. Хорошо. Да не остановит тебя усталость, в смысле бегать себе на здоровье. Вот что они имеют в виду, да? Возле одиночных колонн. Оп, записочка. Чуть не пропустил. Бумага этой карты настолько древняя, что буквально рассыпается в руках. Но, по крайней мере, еще не рассыпалась. Что хорошо. Одиночная колонна. Да, это опять же она. Хорошо. Абсолютно случайно это разгадал, но... 1-2. Так, секунду. Я думаю... 2, 5. Это рычаги. Ну, сколько раз нужно их клацнуть для того, чтобы пройти дальше. Так, тут записку я подобрал. Сейчас лутецкий тут подберу, который... Странное место. Ну и пусть не остановит тебя усталость. Типа, что ты устал бегать. Наверное, это имеется в виду. Ну, я не знаю, что... Хилочки, хилочки, это, конечно, все хорошо. Ёпперес, это я сейчас! Я не ожидал просто, что кто-то будет. Я так увлекся загадкой,
что я просто не ожидал. Так, по крайней мере, парализован, но не окаменен, так скажем. Да. До свидания. Ух, я сейчас что-то это аж прям немножечко, совсем капелечку. Пятьдесят, 33! Их два, валим. Я тоже так могу, ну почти так. Меня убьет, их три. Три — это уже слишком много. Жрем. Пофиг. Три — это уже очень много. Это очень крутые ребята. Куда дальше бежать? Далеко и надолго. А, еще один! Так, мне нужна манна. Такая перестрелка. Хватит? Да, хватит. 69, черт. На маги уже. Сейчас. Так, переключись ты на мага. Чара парализован. Фу, к такому жизнь меня не готовила. Отдыхаем. Блин, проще его вылечить, по-моему, потому что это очень сильный яд. И заодно поесть. Да, хорошо. Лечим быка. Ух, это я сейчас немножечко... Давайте я зелик опять сделаю, стойте, ребят. Ладно, живем. Что-то я серьезно сейчас, то их столько понавылазило. Ладно, в какую сторону вокруг колонны-то бегать? Я вроде раньше так бегал. Да. Три. Блин, логично. Хорошо. Но... А, тут у нас просто... Они просто повылазили. Просто здравствуй. Просто как дела, твари? Ну, получается, да. Я сейчас открываю. Так, а с какой стороны у нас? Это будет раз... Слышите? У нас еще один. Не, я его убью. Я арбалет не переставил. Я молодец.
Да. Эй! Блин, у него урон просто чудовищный. Хорошо, ждем еще. Мне кажется, не считая тех огромных титанов, это самые большие. Так, 1-2. Ну, если идти по... Ну, давайте вот так. 1-2. 2-5. 1-2-3-4-5. И 3-3. 1-2-3. Хорошо, если этот 1-2, 1-2-3-4-5, 1-2-3. Два, это же центральный, все равно будет, да, я так понимаю? 2-5. 1-2-2-5. Так, секунду. 1-2-2-5 и 3-3. 1-2. 1-2-3-4-5. 1-2-3. А сейчас ничего не произошло. 1-2, 1-2-3-4-5, 1-2-3. 1-2-3. Количество щелчков разное, погодите, ребятушки. Количество щелчков разное. О. 1-2-3. Это и причем оно не меняется, оно остается. Погодите. Ладно, у нас просто по хронометражу уже подходит, даже заходит за границы серии, поэтому давайте я немножечко за кадром подумаю, если, ну не если, я найду, наверное, как решается это. Просто надо немножечко поэкспериментировать, приложить к этому время и старания, а потом уже с этого места продолжим следующую серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока.